Мои яранцы, знайте, мое оружие правда. Страна слишком долго томилась в руках политиков. Но вы выбрали будущее, лекарство, дорогу к раю. Вивиро, наши ученые создали наиболее эффективное в мире средство от рака. Табак для него мы выращиваем на чистейших удобрениях. Вивиро. Чудо, которое вернет нам рай. Но за рай приходится платить. Нашим врагам этого никогда не понять. Я обязан делать не то, что легко, а то, что правильно. Поэтому я принял решение, что нужно продлить райский призыв. Яранцы со всего острова будут отобраны, чтобы выращивать Вивиро и спасти нашу страну. Этих счастливчиков выберут с помощью жеребьевки. Одним из них может стать даже мой сын Диего. Эй, Дани! Как истинный яранец, выруби эту хрень. С улыбкой. Precisamente. Этого Кастильо и надо. Хватит политики, Лита. Думаешь, призыв только для истинных яранцев? Он для изгоев, бедняков, сирот вроде нас. Кастильо воскресил в стране рабство. Теперь это реальность. Стоп, стоп. Ты нас бросила. Сбежала в джунгли к этим повстанцам. В Либертад. Вернулась за свежим мясом для священной войны Клары Гарсии. Это же наша последняя встреча. Дани, скажи уже что-нибудь. Вымени меня ошибка. Дани, ты нужен Либертад. Ты учился. Тебе светила карьера в армии. Жаль, что ты бестолочь. Давай с нами, Лита. А, ты никогда не слушаешь, Дани. Эй, пора валить. Корабль ждет. Выпьем в Мексике. А потом в Майами. Конью! Свет рубануло. Нет, все серьезнее. Это что, блин, ствол? Эй! Что происходит? Вита Альмондо! Призывники должны прибыть на службу. Не поможете возразить рай. Ну, черт. Нихера себе! Призывники должны прибыть на службу. Не поможете. Уходим. Все вместе. Олеха, нет! Призывники должны прибыть. Олеха, ложись! В жопу, Кастильо! Олехо! Призывники должны прибыть на службу. Дани, уходим. Быстро! Кладки. Вместе. Обещай мне, Лита. Си. Идем, Дани. Давай, Лита. Надо добраться до корабля. Ясно. Когда будем в Майами? Мы попрощаемся с Олегом. Обещаю. Документы! Призывники должны прибыть на службу. Откройте! Это ФНД. Конью, пригнись. Вы нарушили акт об истинных яранцев. Я ж говорю, там никого нет. Надо было явиться на сбор, Рохас! Кто нам следующий откроет, тот и Дани Рохас. Пойдем. ФНД, выходите! Мы ищем Дани Рохас! Сюда! Ладно, ладно. Я не сопротивляюсь, видите? Эй, что за херня? У меня семья! Нет, не стреляйте! Не надо! Ты сейчас
Они нас увидят. Тут дофига солдат, Лита. Значит, в канализацию. Это ход повстанцев революции 67-го. Узнаешь метки? Да, с детства помню. Думал отдаст? Нет, прошу! Похоже. Капец, вот это жесть. Ждать не станет. Черт, тупик. Предатели, уже иранцы. Я вижу вас, сволочи. Солдаты, уже иранцы. Не отставай, Лита. Снаружи. Ко мне в квартиру вломился. Простите, террорист. Простите. Нам не нужно. Уже ухожу. Черт, Лита, где же ты? Что военные нас убивают. Ла ночи де ла Муэрте. Корабль там. Бежим! Давай, Лита. Мы почти на месте. Пожалуйста, нам нужно уплыть. Абуэла, ну зачем мне бейсбольные карточки? Ты не знаешь, сколько они стоят? Пропусти нас! Ай, мерда! Марко, ты все заводишь друзей? Опаздываешь, Дани. Где Олехо? Он отказался от билета. Отдал семье. Брехня! Олехо, сирота! Олехо уже никуда не поплывет. Ну же, Марко, пропусти их. Vamos. Молодец. Эй, какого черта? Пустите нас! Грасиас. Да не за что, Чамако. Вот. Все, что у меня есть. Но так нельзя, Дани. Нам нужно сражаться, а не бежать к Янке. Олехо сделал тебе подарок, Лита. Мы выживем, как в приюте, как в академии. Что это? Прошу, нет, это рыбацкая судно. Дьёс мио, нет, нет!
До того, как стать эль-президенте, ми папа рыбачил. На суденышке, типа такого. Мы с ним ловили рыбу, а потом отпускали. Он говорил, наша цель не набить брюхо, Михо. Наша цель — испытать себя. Но порой он ловил больших таких марлинов. Да, гордость не позволяла ему отпустить. Больной тирану! Ты отравил Яру и ум своего сына! Я поймал очень большую рыбу сегодня. Правда, Диего? Диего! Охренеть! Я поймал тебя, Михо. Пора возвращаться домой. Я устал от этого, папа. Но выбора нет. Пощади их. Пусть они делают Вивира. Правда или ложь? Правда. Да, они могли бы работать. Помогать нам возрождать наш рай. Но если бы ты не хотел их смерти, то никогда не сел бы на этот корабль. Всего 13. А Диего уже так заботится о своем народе. Этих рыбок мы с тобой отпустим. Что вообще произошло? Она. Vamos, vamos! Лита. Я ног не чувствую. Черт, Лита, это моя вина. Мобильник. Да забей на него. Мобильник. Это тот самый пляж. Судьба, мать ее. Что? Они здесь. Клара, Либертад, Хулио. Черт, Хулио. Все тут. Возьми мой мобильник. Следуй за знаками, как в детстве. Хватит, Лита. Я приведу помощь. Нет. Вот, отдай Кларе. Она поможет. Пойми, наконец. Тебе всегда везет, Даня. И сейчас повезло. Lo siento, Lita. Сколько же трупов. Конья. Поищу припасы и сваливай отсюда к херам. Черт, в обойме пусто. Нужно найти лагерь.
Как он до сих пор работает? Наверное, знаки — это код, о котором говорила Лита. Похоже, синий цвет приведет меня к Либертат. Синяя повязка. Либертат. Черт, кто стреляет? Лучше не шуметь. Гнили. Я так и узнала, что ты помогаешь, Либертат. По Конья, запаху. Патруль. И грохнула тебя. Теперь я сообщу об этом своим. Тебя медленно по кусочку сожрут птицы и крабы. Клару разыскиваю не только я. Что это? Может пригодиться. Добраться до Либертат, украсть лодку, свалить нахер из Яры. Все просто. Теперь я разговариваю. О, черт. Конья. Я тебя. Повстанцам нелегко живется. Давненько я не пользовался кошкой. Клара не любит гостей. Ты же не выстрелишь мне в затылок? Я Дани. Мы с Литой друзья. Силенсио. Выжил только ты? Отвечай. Отвечай, выжил только ты один? Си. Повезло. Лита знала, на что шла. Это все, что ты скажешь? Ты здесь, это главное. Нет, погоди, Эрмана. Я хочу свалить из Яры. Но ты в моем лагере. Я пережду здесь пару дней. Либертат не приют, Эрмано. Лита сказала, ты поможешь. А мне сказала, ты не струсишь. Кома мьерда! Ты ведь сирота, Си? Порой друзья могут стать ближе семьи. Помни, Дани, твои родители мертвы из-за Кастильо. Почему хочешь бежать?
На моих глазах он приказал убить кучу наших людей. Лучше держитесь подальше от этого психа. Мой вам совет. Когда тирания узаконена, порядок в революции. Цитата Боливара не спасет. Это Педро Альбису. Хочешь спасти Яру умными словами? У меня есть цели. Свободные выборы, свобода самовыражения, свобода изгоев, свобода Яры от Кастильо. Все просто. Ну да. У Кастильо всего 300 тысяч солдат. У тебя 6 потрепанных вояк и еще пуля в ноге. Сомневаешься во мне? А зря. Мы решили провести на этом острове операцию. Ничего сложного. Атаковать плантацию Вивира, украсть топливо и домой. Но солдат Кастильо предупредили. Из 60 бойцов осталось 6. Вам нужно вернуться на базу. Да, но нам не прорваться через блокаду. У нас нет лодок, заканчиваются боеприпасы. И мы не уйдем, пока плантацию Вивира не поглотит яркое пламя. Но мы повстанцы и знаем здесь каждый камень. Некоторые наши ходы ты уже видел. Они появились в 67-м благодаря легендам и опутывают всю Яру, словно паутина. Теперь их используем мы. Они помогают нам устраивать засады на Сольдадос и уходить от погони. Там есть тайники, которые могут спасти тебе жизнь. А эта карта верна? Она ведь жутко старая. Их печатали для туристов. Да, она не новая, но тут есть все регионы, населенные пункты и достопримечательности Яры. Ты разберешься. Я попрошу местных об ответной услуге, чтобы достать нам лодку. А ты найди мне Хуана Кортеса. Кого? Того, кто даст каждому повстанцу силу тысячи. Ты же знаешь, я не повстанец. А Лити сказал тоже? Я выделю тебе еду, койку и даже лодку, поплывешь к своим янке. Но взамен придется стрелять и лить кровь. Будешь стрелять, раз можешь. Устраивайся и скажи, как будешь готов платить. Дань, тебе нужно сгонять в деревню. Ты готов? Мы с Хуаном Кортесом привели бойцов на этот архипелаг. Хуан помог мне создать Либертат из ничего. Кортес был шпионом еще до прихода Кастильо к власти. Он может собрать ракету из формочки для льда. Прежде работал на Эспиносу и КГБ, а позже ради развлечений на ЦРУ и Моссад. Хуан мой учитель. А еще конченый псих и пьяница. Когда все пошло наперекосяк, он счел это личным поражением и ушел из лагеря. Сальдадос Кастильо мечтают сцапать двойного агента. Кортес для них лакомый кусочек. Хуан нужен Либертат, Дани. С нами он и говорить бы не стал, но ты новенький. Он собрал для нас несколько гарнитур, возьми одну. Поищи Кортеса в деревне. Первым делом загляни в бар. Сходи в деревню и приведи ко мне Кортеса. Очень надеюсь, что он трезв. Связь. Ты меня слышишь? Прием. Слышу. Ваша шпионская фигня работает. Бьен, если не хочешь неприятностей, держи оружие в кобуре. Особенно, когда вокруг Сальдадос. Си, я учту. Иногда лучше не лезть в драку. Суэрте.
Сегодня мы напиваемся в самом худшем баре Яры. Или я в Колумбии, Кирате, Чечне. Оставь бутылку, зачем бегать? Да надо. Так, Гуапо, правило 16. Революция не заканчивается. Всегда найдется новая война и бар с уродливым барменом. Хуан Кортес? И что же меня выдало, Гуапо? Тут тебе не зоопарк, Абуэлло. Клара меня прислала. Си, я в ней никогда не сомневался. И ты не будешь. Я тебя знаю. Это вряд ли. Да, точно знаю. Я будто в зеркало гляжу. Да о чем ты говоришь? О твоем взгляде. Ты убедишь себя в том, что все не напрасно. А потом поймешь, что подсел, как Хуан Кортес. Вижу, я зря трачу время. Умеешь свистеть? Что? Нет, не умеешь. Конью! Халапинга! Вот ведь крыса. За твой труп дадут больше. Что за хрень? Си, ты явно нравишься Гуапо. А я испортил хорошую книгу. Буэно мисосиос, вамонос! Кажется, мы здесь как-то загостились. Я за... Тобой, старик. Гуапо хочет с тобой подружиться, или ему просто нужно погадить? Есть лишь один способ выяснить. Ладно, надо сваливать отсюда. Что не впервые пушку держишь. Как тебя зовут? Дани. Клара сказала, что ты прям легенда. Работал в КГБ, в ЦРУ. Меня во всем мире хотят сильнее, чем любую порнозвезду. Кто-то разбивает яйца, чтобы сделать яичницу себе на завтрак. Подожди. Новый план, Дани. Vamos. По плану мы должны были вернуться в лагерь Клары. Так куда мы идем? Видишь дым? Это значит, на наблюдательную вышку доставили груз с редчайшими материалами в Яре. И ты его заберешь. Теперь ты хочешь, чтобы я воровал? Порох и клей Супремо.
Это как Сервеса и что-нибудь покрепче следом. Я тебя научу делать всякие штуки для оружия, потому что это круто. И по правилу 9 используй подходящие средства. Ты пойдешь со мной? Зачем? У тебя есть Гуапо. Он там всех порвет. Но если хочешь по-тихому, не бери его. Этот красавчик любит пошуметь. С оружием я или нет, военные меня пристрелят. Vamos. Guarda tu arma, ahora. С меня! Я тебя найду. Эй, здесь труп. Vámonos. Найди эту тварь. Un mensaje especial para Yara del presidente Castillo. Мы сожрём всё дотла и возродим рай. Думаю, это пригодится. И что ты будешь с этим делать, Хуан? Да, так-то лучше. Еще хлам для Хуана. Я нашел твой хлам, Хуан. Отлично, Дани. А теперь шевелись. Нам нужно вернуться в лагерь Клары. Я о том и толкую. Ладно, этого должно хватить. Пора сваливать отсюда. Зачем тебе весь этот хлам? Ты хочешь что-то сконструировать? Потерпи, Дани. Правило 8. Повстанцы должны уметь ждать не хуже пауков и серийных убийц. Так как же тебя занесло в эту богом забытую дыру? Пытался уплыть с беженцами, но без толку. Да-да. А я прилетел сюда на вертолете во время вторжения на Сантуарио. Но нас сбили. Я не о том. Просто расскажи о себе. Жил в приюте в Эсперансе, потом служил в армии. Я не повстанец, а просто помогаю Кларе, чтобы она вытащила меня с острова. Правило 20. Уж если стал повстанцем, то на всю жизнь. Да ладно тебе. Поздно жалеть. Сделанного уже не воротишь. Поезд давным-давно ушел. Других вариантов у тебя нет. Можно уплыть в Америку. Ну да. Думаешь, в Америке нужны яранцы? Американская мечта лишь для американцев. А ты не сдаешься, да? Нет. Гуапа не любит слабаков. Тони, если вы двое так близки, что он таскается за мной? Гуапа ходит с теми, кто в нем нуждается. Как собаки для терапии в этой твоей Америке. Гуапа можно доверить жизнь. Да. Пока точно не мою. Посмотрим. Ты сказал, твой вертолет подбили. А починить его можно? Чтобы я отвез тебя к Янке? Нет, я... Пока он не летает. Но это временно. Потерпи, Дани. Сейчас Хуан Кортес тебе покажет, как сделать что-то из ничего. Я уже говорил, что есть и 9 правило. Вот только что. Запомни, для любой работы нужен подходящий инструмент. Так. Сколько там осталось? Легенда вернулась. Легенде нужно отлить, Хефе. Кто она?
Журналистка, посмевшая назвать Антона фашистом, теперь она изгой, рабыня на службе его рая. И таких много, Дани. Пора научить тебя рисовать, Дани. В 6 лет я поставил на велик мотор от цепной пилы. С этой блокадой каждый день приходится что-то рисовать. А я не о том. Для повстанца рисовать — это не просто выживать. Мы должны сеять хаос. Любыми средствами. Продолжай. Верстак, лучшее оружие повстанца. Давай, Дани, осваивайся. Суровый крокодил. Давай займемся оружием. Без обид, но твоя винтовка слишком простая. Ща исправим. Правило 9. Используй подходящие средства. В нашем случае порох и лом. Иногда по ночам я спрашиваю себя... Хуан, как можно убивать людей быстрее? Ответ – стрелять по незащищенным. Отлично, Дани. Теперь враги будут лопаться, как спелый арбуз. Так, давай другое оружие. Скажем, твоя цель не забыла надеть шлем и жилет. Тебе понадобятся бронебойные патроны. Пули летят прямо и пробивают кевлар, как нехер делать. Класс! Это твой запас высокоскоростных военных преступлений. Покажи модификации. Сделаем тебе первый глушитель. Теперь бабах! Будет тише, но и дистанция меньше. Видишь, как просто? Теперь ты сможешь тихонько стрелять в башку, как настоящий засранец. Верстак твой друг, Дани! Друг с привилегиями. Черт, процесс прям вставляет. На этом верстаке ты создашь новую Яру. Чего тебе? Надеюсь, ты не бесполезен. Привет. Здоров. Дани, хочешь украсть нечто невероятно опасное? Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.